Библиотека народов Поволжья. Такую концепцию заложили в основу обновления учреждения. Из небольшого пространства для работы в читальном зале библиотека номер 14 превратилась в современное и интересное место для досуга детей и взрослых. Здесь представлено 5 современных локаций. Одна из них – медиазал «Компас». Это зал с мини-амфитеатром, проекционным экраном, VR-очками, рабочими местами для доступа к электронным ресурсам, которые позволяют проводить лекции онлайн и офлайн, встречи с читателями и писателями, организовывать студийную работу, чтение книг. Например, была разработана интерактивная игра по Самарской Луке, в которой мы сегодня с ребятами, собственно, играли. И я увидела интерес в глазах неподдельный. Почему? Потому что мало того, что они видят это на экране, мало того, что они слышат эти легенды, эти сказания Жигулевских гор, да, от сотрудника, от ведущего, они потом видят через эти очки это все своими глазами. То есть действительно восторг неописуемый. Гордость 14-й библиотеки на Ленинградской – фонд литературы на разных языках Поволжья. Здесь реализуется идея создания культурного центра с этнографическим уклоном. В библиотеке также созданы выставки, посвященные самым многочисленным народам Самарской губернии. Губернатор Дмитрий Азаров оценил масштабы перемен. Хочу поблагодарить весь коллектив библиотеки, филиалы библиотеки отдельно, за замечательное пространство, за выдумку, за креатив, за желание быть интересными, яркими. Конечно, этот отзыв у читателей вызывает. Так, ребята! Да! В современном книгохранилище побывали также глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. До обновления библиотеку посещали порядка 4000 читателей. Сотрудники книжного царства уверены, сейчас количество желающих возрастет. Дети в восторге. Вот кто к нам приходили, посмотрели, да и мы сами в восторге. Мы не ожидали, в общем, такой красоты, что она у нас появится. Вот думаем, что мы будем увеличивать количество читателей. Теперь это, возможно, будут и читатели и в возрасте, потому что мы не делаем чисто ее детской библиотекой. Переоснащение муниципальной библиотеки произошло благодаря нацпроекту «Культура». Создание интеллектуальных и образовательных центров, сочетающих в себе комфортность пространства, красивый дизайн и доступ к новейшим информационным технологиям – главная цель. В следующем году в Самарской области планируют подать заявку на модернизацию еще двух библиотек. Мария Ильчан, Николай Епифанов. События.